девочки, новая беда. Вот этот питбуль сидит у старой бабки в квартире на цепи. Окно разбитое. Иногда питбуль срывается, а напротив школа и пугает детей. Вчера приезжал директор школы, приходил, вызывали милицию, и принято решение собаку застрелить. Бабка против. В общем, бабке пригрозили, что если пес еще раз выскочит, его застрелят. И я не знаю, что делать. Мне написала женщина, одна из родительниц этой школы. И она же сделала фотографии. Мне сейчас звонит какая-то тетка и представляется этим самым работником ветнадзора, потом говорит: вы у моих родственников украли собаку, и я на вас сейчас, на каком основании, я сейчас на вас все ветслужбы натравлю. То есть, представляете? Я ей говорю: представьтесь, пожалуйста. Я не буду представляться. В общем, заявляет: мы сейчас приедем с проверкой, вы обязаны будете нам показать. Представляете? Я им сказала: я вам покажу. Подъезжайте, говорю, встречу с лопатой. И, во-первых, посоветовала им протрезветь. Девчонки, представляете, насколько уровень интеллекта у этих придурков? Они что считают, что как только они сказали слово «ветнадзор», я должна затрястись, испугаться и быстренько отдать им собаку? Вы понимаете, это вот такое ощущение, что это все равно, что пугать ребенка черной комнатой. Я сейчас ей опять перезвонила, говорю: представьтесь, пожалуйста. Я не собираюсь представляться. Я говорю: все ясно. И положила трубку. И с постановлением прокуратуры, потому что это частный приют. Просто так они и не имеют права. Слушать всех тоже не стоит. Вообще бы вот с этой фотографией и прям в прокуратуру. И написать на него телегу. До чего сволочь довел собаку? Вот пусть они оправдываются. И еще платят деньги за лечение. Я доверяю только Ирен. И дай бог, чтобы она отозвалась. Она действительно очень хорошо за собаками смотрит, она хорошо пристраивает. Она вон нашего инвалида девочку без лапы пристроила в хорошую семью. Девчонка валяется на диване, гуляет во дворе. То есть хорошие фотографии люди присылали. За помощью в Шереметьевский приют. Информацию они у себя на сайте вывешивают, кого пристраивают. Так что прошу помощи у Ирен сейчас, у Шереметьевского приюта. Этих зверят погибла хозяйка, ну то есть, и они остались одинокими, поэтому мы взяли их и помогли им, просто помогли. Вот этих зверят я привезла в Москву, и московские группы помощи отозвались: группа помощи мопсам, группа помощи экзотам, группа помощи сфинксам, группа помощи бульдогам. Эти четыре группы отозвались, и я пристроила к ним вот этих детей. То есть я очень рада, что нам удалось их спасти. В общем, вот такая история. Все замечательно.